Министерством образования и науки Республики Якутия продолжается оказание мер поддержки по указу главы Республики Арсена Сергеевича Николаева. У нас на сегодня, ну вот, на 1 марта более 6 тысяч обращений, и на сегодня у нас оказано 4 тысячи мер. Это свыше 1000 мер у нас освобождены дети от платы за посещение детского сада. 1170 детей у нас обеспечены бесплатным питанием, это для учащихся 5-11 классов. У нас, так как намечается уже летний сезон, у нас возросло количество путевок, бесплатных путевок для детей военнослужащих семей. И по целевому обучению у нас тоже заключены контракты о целевой контрактной подготовке. Ну и оказывается такая же мера поддержки, как повышенная стипендия для студентов среднеспециальных и высших учебных заведений.